Более 1000 студентов посещают промышленно-экономический колледж ГГТУ Орехово-Зуево. Здесь они познают самые разные профессии, от повара до программиста. И ребята учатся не ради корочки, а уже выбрали дальнейший путь в жизни. Я еще со школы увлекалась информатикой и решила посвятить свою жизнь, и поэтому решила поступить на программиста. Плюс сейчас все-таки 21 век, современные технологии – востребованная профессия. Вообще изначально банкира я выбрала, потому что мой родственник занимается этим, и есть большая перспектива по карьерному росту пойти туда. Ну, электрик, как мне кажется, это самая такая престижная и востребованная конкретно на данный момент. То есть можно брать какие-то другие отрасли промышленности, но они, как по мне, представляют менее важное значение. Чтобы работодатели подробно узнали о том, каким специальностям обучаются в колледже, на его базе был организован совет директоров предприятий округа. Вначале для руководителей компании прошла экскурсия по кабинетам электромонтажа, сетевого программирования, банковского дела, инженерной и компьютерной графики. Мы сегодня показали весь ход учебного и профессионального процесса, который идет в промышленно-экономическом колледже. Работодатели наглядно увидели, как обучаются, воспитываются кадры. На самом совете обсудили возможности взаимодействия с ПЭК, а также с Ликино-Дулевским политехническим колледжем. Для этого заключаются договоры на целевое обучение со студентами и социального партнерства с предприятиями. Организуется практика на производстве. Также учебные заведения готовят кадры по запросам организации, проводят различные совместные мероприятия. Все это позволяет выпускникам после учебы быть уверенными в своем будущем, а работодателям в том, что к ним на работу придут востребованные специалисты.